Тысячи кубанцев вышли накануне 1 мая на акцию «Зеленая весна 2017». В борьбу за чистоту окружающей среды вступили все муниципалитеты в крае. В детском лагере «Ласточка» Тбилисского района убрали сухую листву, ветки и покосили траву. В Цемесской роще Новороссийска высадили новые деревья. В Туапсе эко-субботник прошел на городском пляже. Мы-то порядок наводим, порядок навести – это одно, но хотелось бы еще, чтобы его, как жители города, все мы его и поддерживали, конечно, тоже. А чтобы спасти землю кубанской столицы от загрязнения бытовым мусором, в пригородный лесопарк приехали десятки неравнодушных жителей и представители Министерства природных ресурсов края. Я надеюсь, что подобные мероприятия, когда люди сами будут убирать, в принципе, последствия своей же хозяйственной деятельности, послужат формированию экологически ответственного отношения наших жителей к окружающей среде. На территории лесопарка за два дня удалось собрать более 6 кубометров мусора. Организаторы обещают, что подобные акции на Кубани будут проходить весь год.